Эй, рабочий, подойдите ко мне, пожалуйста, у меня есть для вас работа. Да, что такое? У меня там постоянно в бассейне кто-то рычит или что-то, я не знаю. Вы не могли бы проверить? Я боюсь там купаться. Вот такие вот звуки. Вот где-то там, вот да-да-да. Ааа, это что такое? Бежим! О, боже мой, нет-нет-нет-нет-нет, что за маньяк? Всем здорова, дорогие друзья, с вами Кузака, Диску и Барт, и сегодня у нас крутой маньячок в CSGO! Да, всем привет, друзья! Всем здорово, чуваки! О, да, у нас сегодня просто огромнейший дом, большой бассейн с подвал там, с подвалом. Вообще, все как вы любите, а мы погнали, друзья. Поехали. Владончик, здорово. Здорово. Куда идем? Не знаю. В топ-уночку или в среднюю такую? Я не знаю. Хочешь, идем в топ-уночку сразу? Ну, давай, я тоже думаю, Давай, сразу его затролим, смотри, здесь становимся вот так вот. Ага, я понял. И сюда нужно как-то запрыгнуть на такую дощечку. На какую? Сейчас, там есть какая-то дощечка, во, смотри, получилось, ага. Нифига себе. Ага, да, все хорошо. Да, запрыгнул. Давай, проходи. Как мне... ты здесь? А, подпрыгнуть чуть-чуть нужно, подпрыгнуть. Да, о, вот так вот, давай, до свидания. Что это у вас за ночь? Я провалился куда-то. А, ну если что, ты там будешь на шухере, там, а я там. А я здесь. Потому что с двух сторон сразу. Привет. Хотя там тоже хорошая нычка, это одна и та же нычка. Слушай, мы здесь запрятались хорошо в доме. Все, прошел отчет, а сейчас наш маньячок выйдет. О, отличненько. Слушай, мы на втором этаже и на первом. Да, одновременно. Одновременно, ты понимаешь всю соль, да? Да, есть такой. Он поднялся на второй этаж, кстати. Давай. Лазит, что там, зашел в этот, как его, сортир. Я тут прыгаю. Попрыгал, вышел из сортира. Пошел дальше. Идет на балкончик, открыл какую-то нычку около балкончика, спалил, спасибо за нычку. Пошел вниз. Че, как у тебя там дела, Влад? Все хорошо? Давай теперь ты его тролли, он там тоже сейчас пошел. Вот маньяк. Повернись направо на 90 градусов. Ты сейчас смотришь прямо на меня. Прямо на меня. Уйди. Вот прямо на меня смотришь. Да. А вот теперь на Кузаку. Да, на Кузаку хорошо смотрит. Запрыгивай наверх. Запрыгивай. Вот. Влад. Давай быстрее. Ну поднимайся со второго этажа как-нибудь, со второго этажа. Я тебе серьезно говорю. Я не понимаю. В смысле? Где вы? Мы в заднице. Ну мы на втором этаже. Ну я тоже. Кузака, ты видел, когда я собрался? Да, привет, до свидания. Давай. Прыгаем от него. Уходим. Ты, маньяк, ты где? Я очень сейчас страшный появился. А подождите, вы бегаете, что ли? Мы уже убежали оттуда, да. Слушай, где? мы валим. Кузак, Кузак у бассейна. Это что, меня спалил? Нет, я просто не знаю, куда можно запрятаться. Я понял ваши шуточки. Блин, да. Кузака пробежал, Кузака реально в втором этаже? Нет, я в подземелье. Я просто забыл отключить радар, и я вижу, где Кузака бегает. Так, ладно, спущусь тоже в подземелье. Спустился в подземелье, бегает в подземелье. Пошел в какую-то комнату. Залез в бутылки. Бутылки? Я его опять троллил, слушай, я опять его вижу. Вылез из бутылок, пошел дальше в другую комнату, хорошо. Еман. Как тебе такое? Прыгает возле бочек, что там сейчас прыгал. Вышел из комнаты. Да ты задолбал. Опять зашел в бутылку, думает, что меня найдет. Юра Бурмицкий больше не любит бухать, на самом-то деле. Что-то около коробки там бегает, не может туда залезть. Да не, я все равно не вылезу, слушай. Ты лучше убегай давай. Мне здесь хорошо. Реально, Кузака, ты что делаешь? И почему так быстро перемещаешься, писюн ты, а? Блин, слушай, у меня есть идея, давай тебе Влада дам. Ну блин, ну ты все, нашел все-таки ход. Как ты сюда нашел ход? 5, 4, 3, 2, 1. И я вас сейчас сразу же обнаруживаю. Вы где? Все, Кузака побежал. Мы в доме. В доме. Хорошо, в доме. Почему-то. Да, в доме. Хорошо, в доме вы. Ты же понимаешь, что как бы в доме мы, да? Ну я в доме, да, понимаю. Это уже хорошие подсказки пошли. Так, хорошо. Интересненько. Как ты здесь?
Вау, вау. Подожди, а ты... Вау, здравствуйте, это что-то там голубочка, да? А можешь отвернуться, пожалуйста? Пацаны, давайте я одного из вас убью. Нет, нет. Это ты? Нет. Это ты? А, ну ладно, хорошо. Это было очень быстро, но окей. Это какой-то очень быстрый раунд. У меня было предчувствие, что сюда куда-то можно хорошо, что я успел убежать на самом-то деле. А куда? А как он убежал, стоп? Реально, блин, да пока ты меня там убивал. Пипец, повезло. Да ну, а где здесь еще есть ход? В смысле? Я один там сидел. Так, пацаны, давайте я хайдрадар пропишу. Да, а теперь, короче... А, вот ты как нашел! Ты через хайдрадар? Нет, я, кстати, клянусь, я не видел. А вот здесь вот я знаю нычку, да. Так. Новая нычка с бассейном, в принципе, неплохая. Какая новая нычка с бассейном? Ты что мне паришь мозги? С бассейном была неплохая идея, на самом деле. Нет, я еще раз эту... Вот, петух, я понял, да, он петух. Хорошо. Подожди, Все, телепортнулся, успел. Хорош. Да. Сейчас, стоп, пацаны. Роман, я красавчик. В смысле, пацаны? Я что-то не понимаю. Я знаю, что он здесь где-то. Вообще. Пока. Вот еще один петух появился. Да что это за расплодение петухов? Что за яйца? Это вообще тяжело. Лол, вот, наконец-то, боже мой. Я увидел тебя, наконец-то. Получай по шее гребень, все. О, получилось, боже мой. Петухов не рисуют, петушары. Такой топ. Так, Владончик, да, я когда вас искал, я нашел такое вообще жестокое. Погнали. Во-первых, у меня есть, смотри, вот такое. Вот здесь такое есть. Ничего, что я сидел здесь. А, хорошо, я все понял. Я тут, так, тогда погнали еще в одну нычку. Смотри. Проходим сюда и вот сюда вот. Опа. Отсюда выбраться можно? А, не знаю, давай проверим, я сюда не заходил, я просто увидел. Ну, к сожалению, можно. Никак нельзя. Ух ты, чё нашел? Что ты нашел? Нашел? Я нашел топ. Где, Влад? Сейчас, подожди, я посмотрю, и отсюда выбраться можно. А как ты туда запрыгнул? Как? Вот, смотри. Вот это на кухо. Все, давай, ищи нас, ищи, поднимайся там куда-нибудь, опускайся. Ищи на всех этажах. А хотя можно его потроллить, слушай, отсюда. Да. Давай. Мне кажется, потроллить вполне можно. Давай, я отсюда выгляну. На втором. Выходи на лестницу. Увидишь попу Влада. Да. Владик вас ждет, ожидает. Посмотри наверх. Да отойди! Он меня ранил! Все хорошо, главное, что жив. Это тебя забавляет больше всего. Ой, боже мой. Он пытается допрыгнуть. Да не, как бы не... А прикинь, что запрыгнет. Я так буду угорать. Я вот так буду карать. А как вы туда попали? Ну вот теперь старайся, да. Думаешь, туда прыгнет, серьезно, ничего не получится. О, боже мой. Мы забирались. Советовал бы найти граффити. Да, граффити, и все. Отойди, кузак! Я шучу. Че, вы там еще? Да. А куда нам деваться-то, Леш? Вот, ты прошелся по граффити же, ты видел? Я видел, но мне же надо где-то здесь рядом искать, понимаешь? Да. Угу. Давай быстрей! А, я тебя понял. Блин. Нет! Я испугался очень сильно. Я очень сильно испугался, Влад. Я очень сильно испугался, серьезно. Давай, рассказывай, иди на граффити. И ты был очень рядом. Да. Ты был очень сильно рядом, капец. Я прям пересрал. Не, если бы он сюда бы зашел, то бы все, капец был бы. Большой капец. Давай, не, а там... Почему я не... Почему она не открывается? Так, быстрее! Ой, давай. Валим. Быстрее. Вернись. Я стараюсь оборачиваться, но мне чуть ничего не получается. Да, он как бы сзади, я знаю. Мне некуда просто прятаться, слушай. Это не совсем так прикольно, потому что это не прикольно совсем. Да какого хрена ты такой быстрый? Боже мой. Итак, друзья, получилась угарная серия по маньячку в CSGO. Если вам понравилось, то ставьте палец вверх. Огромнейший, как на диско. Каналы. А с вами был Диско, Кузака и Барт. Всем удачи и всем пока. Всем до скорого, друзья. Твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем. Я люблю, ты далеко, далеко. Смеются даже небеса, но мне легко, так легко.
небеса. И верю я в чудеса. Я верю в чудеса.